сюда. Первая партия пришла, получили, все хорошо, там прям в этом пункте. Нужно говорят, было посмотреть товар на целостность, да, на замечания, если какие есть. Вот одна кастрюля, 3 литра. Вот так, коробочка запечатана. Было замотано все, конечно. Получается, хорошо. 21 мая выписали, 22 уже получили. Ага, быстро так, и не знаю, как. Вот одна кастрюлечка, цветом соответствует. Крышечка точно такая. Тра-та-та, красивая. 3 литра. Это что, пластик, дерево? Нет, я думаю, это дерево это. Она на дерево похожа. Нет, похоже, но на самом деле пластик. Ага, написано. Вот она с дырочкой. Так, а здесь вот так. Пришла одна посылка и два товара в ней. В одной, то есть от одного продавца. Вот. Кастрюля и ковш. Он же там был на сайте, сразу сформировался двумя товарами. Вот он, ковшик на 1,5 литра. Смотрите, какой красивенький. Ну, мне почему-то казалось, что он там как-то более вытянутый на сайте. Сейчас буду мерить 1,5 литра. Крышечка. Где крышечка? Такая маленькая крышечка. Ну, вот это у меня другой. Элан Галери. Так. Вот так, раз, смотрится очень красиво. Ну, знаете, по тяжести он как бы это, не сильно скажу, чтобы легкий, не тяжелый, средний. И, кстати, удобно. Вот крем готовить для тортов, вот для этих целей взяла. И каши, каши на литре я готовлю молока, удобно. Толстенький такой, вообще толстенький. Здесь нету этой беленькой. Вот это мне нравится, когда посуда такая, без блестящего покрытия на дне. Потому что это блестящее нужно отмывать. А здесь как бы не видать. Но все равно, конечно, моется. Не, ну мне интересно все-таки. Это. Ну, визуально видно, что 1,5 литра войдет. Ты прям на взгляд? Да, видно. Ну ладно. Помою сейчас. А может, на коробочке написано? А, здесь обычно. Коробочку-то любую можно. А коробочка любая, да. Просто потому что, знаешь, 1,5 литра, ковш 1,5 литра с крышкой алюминиевой. Я сейчас померю. Просто знаешь, почему у меня сомнения? Так-то на взгляд вроде да, но мне кажется, вот может на фотографии так казалось, что вытянутый, более вытянутый. Но это не всегда соответствует, ну как визуально. Ну да, как зафотает, да. Ой, ну мне нравится. Такой какой-то коричневый кофейный цвет. А этот цвет ред я выбирала. Кастрюлька ред. Ну, как он коричневато-красный. Нравится. И причем тоже по тяжести, знаете, средняя. Я не скажу, что тяжелая, не скажу, что легкая. И толстостенная. Ну, я думаю, многие знают фирму Кукмара. Здесь тоже, по-моему, тут вообще... Здесь, по-моему, гарантия. 3 года гарантии написано. Крушимая сила гранита, устойчив к царапинам. Кстати, можно и в духовке использовать внутри. Классная кастрюлька. Не, ну мне удивительно, что мы вчера утром все это сделали, купили, и сегодня уже к 5 вечера пришло, наверное, где-то база недалеко находилась, что быстро так. Довольно. На внешний вид довольно. Да, я думаю, по качеству прекрасно будет все готовиться, потому что тоже отзывы читала. Ничего не подгорает. Тепло хорошо держит, нагревается быстро. И вкусная получается еда, потому что толстостенная. Томленая, наверное, там. Ну да, эффект. Ну, может, томление или как. Ну, не знаю, много пишут, что вкусная еда получается. И моется хорошо. И что интересно, знаете что? Почему я выбирала именно вот такой цвет? Ближе так, да, красный, коричневый, потому что вот на особенно, если жаровня там, лето, когда я супы готовлю или тушение что-то, делаешь зажарку, пасту добавляешь, и даже темный цвет, вот темный, как он, серенький или такой, окрашивание идет от томатной пасты, отмываешь и все, а здесь и не будет сильно заметно, вот.
То есть я выписала все с точки зрения практичности. Цвет такой. В общем, все. Следующий товар ждем.